Всем привет, с вами Влад, и сегодня я буду продолжать выживать на сервере Майнбест. Так получилось, что я разделил одну его серию на две части из-за большого количества времени. Так что погнали ко второй части. Всем приятного просмотра. Если ты еще не видел первую часть данной рубрики, то советую побыстрее посмотреть. Ссылка в описании. Итак, пацаны, чтобы вы понимали, я уже попросился немножко у админа, Опа, пацаны, 30 тысяч. Я просто попросил сейчас 3 тысячи, да? И мне дали 30 тысяч. В общем, мне дали блоков, железных блоков. Дверь. Механик, здорово. Давай-ка я у тебя куплю... Красный... Она ставится? Не понял. Я могу ее поставить дома? Пацаны, у меня не получается ставить редстоун. Чего? Его неужели и здесь отменили? Все-таки идея не удалась. Грустно. На майнбарсе уже это не работает. Ага, вот. Все. Во. Во, красотуля. Я не знаю, но здесь давайте запилим туалет тогда. Я думаю, вот так. Погоди, нет. Что я сделал? Это слишком маленькая комната. Я не хочу опозорить своего друга. Ну давайте вот так сделаем, чтобы по красоте было. По красоте прям. Во, смотри. Я думаю, если я делаю вот так вот, то будет совсем по-другому. А если я сделаю так? Видишь, как стало? Прямо, знаешь, по красоте встало. Кто-то скажет, что это некрасиво, но я скажу, что это нормально, потому что здесь белая дверь, тут слева и справа. Ну, тут слева и справа стоят кварцевые блоки, они белые, это красиво. Здесь будет комната моя. Но она, правда, станет еще больше. Можно запилить какую-нибудь красивую дверцу. О, смотри, и осталось... да, выглядит это так себе. Ну, не знаю даже. А если я поставлю? О, смотри. Правда, это выглядит бессмысленно и вообще непонятно, зачем. Знаешь, это похоже на вход на какую-нибудь кровать. Я думаю, здесь будет кровать. Прям самая царская здесь, такие две кровати. Но все равно, пусть по приколу чисто будет так. Я так понимаю, здесь мало освещения, а мы можем купить 1000? А, у нас мы все равно богатые. Мы можем сделать вот так. Смотрите, что я делаю. Блин, там, наверное, уже все палиться будет. Ну, ладно, опа. Ну некрасиво же. Вот сейчас выглядит красиво. Надо покушать. Давайте здесь сделаем какую-нибудь царскую кроватку, что ли. Блин, кровать есть. Шоп. У меня, кстати, есть железные блоки. Да. Я думаю, вы уже догадались, о чем я. Я думаю, вы все прекрасно уже догадались, о чем я сейчас говорю. Во, вот теперь, ребята, стало еще лучше. Давайте запилим здесь два верстака, раз уж по красоте что было. Итак, давайте еще сделаем, кстати, полублоки. Нет, не могу, серьезно? А, погоди. Блин, что я делаю? Кстати, надо, наверное, красиво. О, сразу все стало на свои места. Еще сюда заборчика. Я бы, конечно, хотел сделать вот так. Давай посмотрим как раз. Нормально выглядит? Ну, я бы сказал, красиво так же. Ну, давайте, напишите, ребят, как лучше смотрится, вот так вот. То есть вот так вот. Или как сейчас, который я сломал. Я думаю, вот так вот красиво. Напишите, вот это один, а то, что я сломал, это два. Я не хочу перестраивать. Давайте уже сделаем царскую кроватку. О, опа. Я понимаю, я мог купить алмазные блоки, но железо, я думаю, очень красиво смотрится. И надо вот сюда вот эти полублоки снова какие-нибудь замутить. Я бы сказал, что здесь пол надо тоже сделать из железных блоков. Все-таки у нас целых два стака. Здесь у нас будут лежать кровати. А, кстати, да, у меня же алмазы есть. Зачем я так долго трачу время на вот это все? Давай-ка я сделаю все у меня алмазным. И у нас все уже по красоте встало. Давайте купим уже кроватки. Я думаю, здесь тоже надо чего-нибудь добавить. Я бы, наверное, тоже бы сюда поставил. И здесь как раз нужно убрать окна, я так полагаю. Потому что эта комната все-таки закрыта, она самая богатая. Но давайте сначала поставим кровать. Я понимаю, кто-то, скорее всего, скажет, что это какое-то скучное выживание. Но, блин, извините, я не профессиональный. Я просто хочу повыживать. Просто, знаете, по красоте выживать, по красоте. Давайте здесь запилим вот эту штуку. О. Надо со стенами что-то сделать. Я уже вижу, что можно потолок изменить. Все-таки мы стали богатыми, мы можем себе позволить, в принципе, все. Раз, вот так, по-богатому.
И здесь мы здесь ставим железные блоки. И здесь какие-нибудь картинки, кстати, по углам. Я думаю, да. Нам как раз 3 нужны. Опа, рассори. Смотри, ты такой входишь, у тебя уже белый фон встречает. Блин, знаете, я думаю, здесь надо одинаковые картинки ставить, ну потому что ну, без этого никак. Я думаю, 3. Во, смотри. Ты такой входишь, у тебя повсюду пауки встречают. Это прям комната хардкорного выживальщика прям. Ну, блин. Здесь 4, а здесь 3, знаешь. Некрасиво немножко, некрасиво. Но я думаю, как раз этим можно и заняться. Я думаю, здесь у нас будут какие-то блоки. Там специальные печи. Вот это, а здесь будут у нас вещи. О, смотри, как стало все. Все стало на свои места. Я думаю, если здесь еще такой же проход сделать, то будет тоже красиво. Думаю, здесь даже дверь не нужна. Кстати, знаешь, вот так вот. Раз, раз. Вот теперь красиво смотрится. Ну, согласитесь, ну, красиво. Я думаю, если было бы здесь камень светящийся, то было бы вообще классно. Я думаю, мы в скором времени этим заменимся. Давайте откроем кейсы CSGO. Мы все-таки стали богатыми, открываем супер кейс. У нас много мест. Знаете, надо надеяться на меч. На меч надо надеяться. Шлем лорда можем продать, кстати. Хотя, зачем? Так, что же у нас выпадает здесь? Я хочу на меч. Давай меч, меч. Давайте лук, лук. Лук, пацаны, нам выпал лук. Все, замена, замена. Давайте это выкинем, нафиг это нам не нужно. Кейсы сервера GameX, видели? Зачем мне алмазный моток? Я ее могу сам скрафтить. Давайте просто выкидывать совершенно. Все, что нам не нужно. Нагрудник лорда. Это уже неплохо. Это как раз у нас будет запасной броне. Вот так вот будем. О, давай, давай стрелы, стрелы. Пацаны, все. Мы стали уже крутыми. Давай, кейсы, кейсики открываем. Опа, еще стрелы. Пацаны, еще стрелы, поняли? Опа, по ножу. Да, по ножу. Но у нас они есть уже. Ну, давай, второй лук тоже неплохо. Итак, что же нам выпадает сейчас? Нам выпадает... шлем. Уже 19 тысяч, пацаны. Все, это последний кейс, это последний. Ну, я... Ну, мы надеялись, это было близко, но, в принципе, я думаю, мы сейчас положим это все. Ну, и было бы красиво еще бы сюда вот это. Давайте, ребята, на этом закончим. Спасибо за то, что вы смотрели данный ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих серий. Всем спасибо за просмотр, всем пока.